Получается.
стол зачарователя, зачарователь алхимический, алхимик, мастерская нарядов, стол ювелира, портняжный станок, портной торговец, дерево и инструменты, столярный верстак. Так.
привязан к персонажу. Большая стопка бумаг, в которых описание недвижимости по всему дому уже в вашей библиотеке. Господи! Да, карта сокровищ и картина огромная. Так. Здесь у нас что? Банковский служащий. А к этому почти никто не стоит. Банк гильдии. Гильдийский банк представляет собой общее хранилище, где вы и ваши товарищи по гильдии можете размещать вещи. Помните, не следует класть туда ценные вещи, которые вы не хотите потерять, так как другие члены гильдии могут забрать и использовать их, чтобы просмотреть записи о предметах и о том, кто их размещал и извлекал. Воспользуйтесь историей гильдии. Чтобы класть что-то туда, нужно иметь 10 членов. Можете положить этот предмет в банк. О, уничтожить. Все, ура. Так. Кто-нибудь знает, где эти сокровища? Где-то мы это видели недавно, но лет 10 назад. Так, выйти и засунем в банк карту сокровищ. Все, ура. Теперь мы пустые и звонкие.
этого алтаря, богини любви, вы можете использовать кольцо Мары, чтобы связать себя узами брака со своей второй половиной. Господи, а при чем тут обновление?